Всем привет! С вами опять Лаки. Мы продолжаем проходить игру Super Metroid 3. В прошлый раз я неудачно сдох при битве с боссом, но сегодня я надеру ему в задницу. Как всегда, с вами Самус Аран, бесстрашная покорительница космических просторов, которая подчиняется мне во всем, я управляю ей. И это правильно, потому что женщина должна подчиняться мужчине. Вы согласны? Конечно, согласны. Да, в прошлый раз меня немного отвлекли. Какой-то добрый парень подсказал мне, как пройти одно место, но слишком заболтал меня, и поэтому я умер. Да, не потому что я плохо играю, а потому что меня отвлекают иногда. Ну, все равно я благодарен ему, конечно. Но сегодня я избегу этого позора. И просто не позора. Так, надо найти кратчайший путь на поверхность. Окей. Ага, так, это что за хрень? Может быть, собрать что-нибудь еще по дороге? А, собственно говоря, выбора-то и нет. Придется собирать. На, заморозься. Клацающий червь. Что за бред? Гремлины какие-то летающие. Летающие гремлины с крыльями. Логично. Я, в принципе... Ого, что это было? Так. Как же сделать это так? А, тихо, я придумал. Да. Хотел свернуть тут кое-что. Ладно, погнали. А, да, про что это я? Про гремлина. В принципе, любой гремлин может полететь, если пнуть ему под зад достаточно сильно. Просто только где его найти? Ну, все вы знаете, как они появляются на свет. Нужно найти небольшого плюшевого зверька и намочить его водой. Я не думаю, что кто-то из вас смотрел этот фильм. Хотя, как знать. Ладно, что мне тут надо? Что-то мне тут надо, не помню только что. А, X-Ray Vision. Это типа... Что за... Что за... О, черт. Я убил фонарик. А! Так, отлично, у меня есть этот долбанный Грейпл Бим, который я назвал Грейпл Хук. Так долго. Век спокойнее. Тихо! Ладно, немного можно пробежаться и по шипам. Это же игра 16-битной эпохи. Здесь, когда ты получаешь урон, ты начинаешь мигать. Вот бы в жизни так. Получил урон, замигал. И, блядь, ну-ка стоять! А если бы я не присел, меня бы раздавило? Хороший вопрос. Так, это у нас X-Ray Scope. Рентгеновский аппарат, встроенный в шлем Самус Аран. Шлем. Ну ладно. Так, итак, что нужно сделать? Я помню, в прошлый раз я здесь проходил. Да. Где-то я тут внизу ползаю. Я колобок. Все. Дело сделано, можно сваливать. Тихо, тихо, я мигаю. Да что такое? Что у меня зависает? Ладно, нормально. Не нравится мне это все. Да бляха-муха. Ну-ка, стоять, чё? Я тут и так испытываю трудности.
Все тут всякие твари летают. Ты ракушка? Летающая. Что такое? Все. Я прошел, я молодец, я крут. Кстати, недавно я научился делать, как же это называется-то, что-то кристалл, что-то там, кристалл бим или... Короче, что-то с кристалл связано. В общем, такой фокус, когда ты при смерти и можно отхилиться. Но есть некоторые условия. Твое здоровье должно быть меньше 50 или 50. Также у тебя должно быть по 10 супер ракет, пауэрбомб и обычных ракет, не помню сколько должно быть. Короче, зря это делал. Короче, сворачиваешься клубком, подрываешь пауэрбомбу, зажимаешь некоторые кнопки, и Самус попадает в некое подобие сферы. Что такое? Что-то сегодня у меня с компьютером. Программа никакие не запущена в фоновом режиме. Может, пыль налетела, не знаю. Я вроде недавно протирал. У него нет рта! Да и пофиг. Я точно помню, что здесь что-то есть внизу. Только не помню, что именно. Ну, я уже здесь был. Да, я здесь был, можно свалить, в принципе, отсюда. Кстати, недавно я прочитал некоторую информацию по игре Super Metroid 3, и оказалось, что эта игра занимала рекордное количество памяти, рекордное количество объема на картридже. По-моему, 32 мегабайта. Это вот дохренища. Ну что такое? Так, забежусь-ка я на всякий пожар. Да мало ли что случится. Не то чтобы я в себе не уверен был, но дерьмо случается. Так вот, значит, эта игра самая объемная игра на Super Nintendo. Я бы даже сказал, это одна из лучших игр на Super Nintendo, если не самая лучшая. И между прочим, какое-то дерьмо происходит. Так, почему у меня... А, так. Вроде ничего не открыто. Ну ладно. Продолжаем. Когда-нибудь я стану известным стримером. И люди будут донатить мне деньги. И тогда я куплю себе новый крутой компьютер. Может быть, даже и раньше. Так. Как все интересно. Окей, я понял. Может быть, я сначала куплю себе компьютер, а потом уже стану известным стримером. Как знать? Ну, вот эти зависоны меня, честно говоря, подбешивают. Не умею плавать. Точнее, я-то умею плавать. И, кстати, я плаваю весьма хорошо. Да, ракеты. Очень рад, охрененно рад. Супер музыка. Ну, во времена 16-битной эпохи игры были более размеренными, так что подождать пару секунд, пока смотришь объявление, что нашел ракеты, как бы вообще было без проблем. А тут я помню, мне подсказали. Водичка. Черт. Это ёмонарон. Так. Это вам не в Counter-Strike играть, ребята. Тут ловкость рук нужна.
Еще одни ракеты. Ну, теперь у меня их дохрена, хоть соли. Все, давайте, я пошел. Всякий пожарный. Да, вот. Сканер. Рентгеновский аппарат портативный. Можно было бы использовать его в медицине. Так, ее хватит. Побаловались. Но лечить тут некого. Тут как бы все лечение проходит очень просто. Подбираешь. А что подбираешь-то? А, ну да, такие фиолетовые фигни, и все. Здоров. Пошел в путь, в бой. Ой, блядь, не допрыгнул. Ну-ка, как насчет так вот? Бля. Че, сейчас я разыграюсь и все пойдет быстрее. А? Что я говорил? Кстати, недавно я видел что-то типа ремейка этой игры. Типа Super Metroid Redesign называется. Там, короче, все переделано. В принципе, в целом, как бы, похоже, конечно. Но есть и отличия. Причем довольно серьезные. Дизайн уровней совсем другой. А что у нас тут? Так, сначала собирай секреты. А нихера не пашет эта штука. Кстати, вот в прошлый раз записался бы я здесь. Все было бы намного проще. Ну, а, опять перевел. Черт, какая-то тварь появилась. Призрак мяш. Он ничего не стреляет. Да и похрен тогда. Так. Так, ничего нету. Так, сначала скажу наверх, потом скажу налево. Не подумайте ничего плохого. Не-не-не. Сегодня я смотрел обзор топ-10 стримеров на Твиче. Довольно интересно. Как ни странно, некоторые стримеры даже и обходятся без изображения себя любимого. Имею в виду, кто-то снимает себя как бы, типа на веб-камеру, ну или на какую-нибудь крутую камеру. А кто-то нет. Просто базарит, как я. Ну, у меня веб-камеры просто нет, так-то я бы, может быть, и снимал бы себя. В данный момент это не имеет смысла. С таким компом, как у меня. Хе-хе. Вот. А я-то думал, это как бы необходимое условие. Ну, в принципе, вот самый топовый стример на Твиче. Не помню, как его зовут. Синдикат, по-моему. Так вот. Ну, он себя снимает. У него там ничего лишнего нету. Только лишь как бы окно игры на весь экран и окошечко с ним самим. И вот. Ну, когда там кто-то подписывается или что там всплывает, снизу объявление. Ой, снизу, говорю, сверху. Типа такой это чувак там подписался или... Ну, донат я не помню, видел. Так, ага. Вот. Как бы минимальный дизайн. Я обожаю минимальный дизайн. Неопасные шипы. Потом включим электричество, и все задвигается. О, господи, я же забыл врубить таймер. Черт. Так, ну ладно, я запомнил. Где-то без пяти начал. Короче, без пяти надо будет закончить. Ладно, так, что у нас тут? Ничего нету. Какие-то черепульки летают. А босс, кстати, довольно сложный. Ну, что поделать. Жизнь сложная штука. Хочешь жить, умей вертеться. Так, куда пойдем?